Мяч у соперника теперь будет. Может что-то из этого прохода получится. Теряют они мяч. Перехвачен этот пас. Можно бить! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Мяч за боковую уходит. Не смогли они мяч удержать. Пошире они играют, мяч на фланг. Катают они мяч. Может тут опасно получиться. Ох, вратарь! Как он сыграл сейчас отменно! Сейв мирового уровня у голкипера. Феноменальное спасение. В центр штрафной пошла подача. Скидка, и мяч к партнеру должен прийти. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Можно навить. Хороший пас получился. Проходит передача. Что он придумает? Интересно, куда дальше мяч пойдет. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Играет в пас команда. Рикошетом от головы мяч отправляется за боковую. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. И как он дальше мячом распорядится? Без мяча остаются они. Не получилось у них мяч удержать. Хорошо, он с мячом вперед идет. Ходит мяч у них. Заблокирован удар. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Потери и мяч у соперника. И тут может что-то получиться. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Мяч у соперника теперь будет. Отличный прием, так держать. Уверен, он мяч закрывает. Первый тайм завершен, на табло нули. Ну, ничего нового статистика нам не открыла. Процент владения поровну, удары есть и тоже примерно поровну. Голов пока не ушло.
И второй тайм у нас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет сегодня. Счет на табло ничейный. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Мяч у соперника теперь будет. Играет он на партнера. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Классный отбор. Можно играть. С умом он мяч отдает. Отдает он передачу. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Не пожадничал игрок, не стал пытаться пробить, хотя мог бы, наверное, а отдал великолепный пас партнеру. И эта связка здорово огорчила вратаря. Еще раз посмотрим. Хороший удар. Получилось удачно навесить, и партнер не подвел. Отправил мяч в сетку ворот. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Есть вариант развития атаки. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Можно попробовать подать сейчас. Пас играет команда. Ждет своего момента, перекатывая мяч. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Можно навесить сейчас. И что дальше тут будет? Браво, защитник. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Отличный чистый отбор. Отличный перехват, очень вовремя. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Предупреждение получает игрок. И мяч потерян. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Как отлично он действует и выручает свою команду. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Буатен. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Можно подавать сейчас. Играют они в пас. Заблокирован удар. Все просто. Вынос. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Контратака продолжается. Загубили потенциально опасную контратаку потери мяча в довольно простой ситуации. Отдает он мяч партнеру. Тащит вперед мяч. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Вводит мяч у них.
Уверен, он сыграл сейчас. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Времени мало остается, но случиться в этой игре может что угодно. Потери и у соперника. 83-я минута матча. Все верно, края надо чаще задействовать. Точности не хватило его передачи. Соперник легко разгадал эту затею. Надежно он в отборе сыграл, будет аут. Отлично оборона действует. Арбитр назначает штрафной. С такой дистанции стоит ждать подачи в штрафную. Коротким пасом разыграли. Играет он на партнера. И как он дальше мячом распорядится? Здорово сейчас может контратака пройти. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. 3 минуты до конца основного времени. Играет в пас команда. И у соперника теперь мяч. Тащит мяч вперед он. Интересно, куда дальше мяч пойдет. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Нужен навес. Катают они мяч. Опасный момент. И это пенальти, и это шанс увеличить разрыв в счете. Это шанс выиграть матч. Да, такой фол под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. Фол отлично пробил. Тут все сделано как надо. Мы еще раз смотрим удар с пенальти. 2 мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Эта встреча. Судья дает финальный свисток, а это значит, команда записывает в свой актив 3 очка. А уж как они это сделали, вторично.